Уже этим летом начнется долгожданный ремонт концертного зала Большой гильдии. Он продлится 2 года. Большая гильдия – это дом Латвийского национального симфонического оркестра. Здание одно из самых исторических в нашем городе, где уже с 14 века собирались участники ассоциации, как бы мы в наши дни сказали, Большой гильдии. И это были самые элитарные люди в Риге. Это один из самых исторических залов Балтии. Исторические залы, вот этот и еще один, особенно реконструкция не коснется, потому что это уже была бы реставрация, но на это финансирования нет. А сейчас что здесь происходит? Тут у нас кафе, когда проходят концерты в основном, ну и организуем небольшие концерты или банкеты. А вот так называемый белый зал. Здесь мы проводим или репетиции, или тоже пресс-конференции, свадьбы тут проходят. Ну, мы его используем тоже для небольших репетиций наших музыкантов, так как одна из самых больших проблем у нас в Большой гильдии – это историческое здание, которое не планировалось как концертный зал. Поэтому, среди прочего, здесь планируют улучшить акустику. Также одна из целей – улучшить энергоэффективность, чтобы через эти старинные деревянные окна не проходил холод. Насколько кардинально изменится Большая гильдия? Большая гильдия станет более доступна для инвалидов и с проблемами. Большая гильдия станет более удобная для нас, и для музыкантов, и для посетителей. Сейчас инвалидам, пенсионерам и родителям с колясками попасть в Большую гильдию довольно сложно. Поэтому вот отсюда, от гардероба и до Большого зала установят лифт. Кстати, гардеробная – это древнейшее место Большой гильдии. Считается, что в 13 веке тут находился монастырь, а потом на его месте создалась Большая гильдия. Больше всего изменится Большой зал. Он – сердце Большой гильдии. Сейчас здесь 670 мест. После перестройки их будет более 700. Возможность сделать запись хорошую, звуковую, хорошее освещение будет, ну и, конечно, вентиляция и такие вещи, технические улучшения, которые сделают тут нахождение тут более комфортным. Ну, тут мы на балконе, тут, конечно, лучше вид на общий вид на оркестр, на сцену. У нас проходят и симфонические концерты, и рок-концерты нет, но разные концерты камерной музыки или даже хоровой музыки. Здание принадлежит Валстнекустами и Ипошуми. Именно они и выберут компанию, которая займется реконструкцией концертного зала. Конкурс завершился 22 января. Выбирать будут из 5 претендентов. Государство планирует вложить в перестройку Большой гильдии около 14,5 миллионов евро. За реконструкцией будет следить Управление культурного наследия. А на время ремонтных работ оркестр переедет в Дом конгрессов, а концерты будут проходить в Ханзас Перонс. В Большом зале основных таких работ ремонта не проводилось. Мы очень ждем этот ремонт, эту перестройку. Это очень важно для нас. И я думаю, тоже, чтобы сохранить это историческое здание, это большой шаг. Юлия Бита, Кришьянис Лейдис, Русал СМ.